На канале Fox TV продолжается трансляция летнего турецкого сериала «Постучи в мою дверь», и уже известна дата выхода новой 9 серии. А пока напомним, в 8 серии приблизился день рождения Серкана, и Реда уже успела приготовить для него подарок. Только Реда не знала о том, что этот праздник Серкан не отмечает, и он предпочитает свой день рождения находиться в полном одиночестве. Но иногда свой день рождения он все же проводит в компании Селин. И в этот день никто не может с ним связаться, чтобы поздравить. Эда совершенно случайно услышала разговор, и эти слова сильно обеспокоили девушку. Несмотря на это, она не собирается отступать и отправляется на встречу с Серканом. Когда Эда спросила у Серкана, есть ли у него планы на вечер, то он ответил, что планов нет. И тогда пара решила вместе прогуляться, но Селин также готовилась к встрече с Серканом и сильно волновалась. Она уже представляла, как именно пройдет эта встреча, и не теряет надежды, что после этого сможет вернуть себе Серкана. Но Серкан оказался самым настоящим колдуном, и Эду околдовали его глаза, ведь она безумно в него влюбилась и не в силах справиться с этим сильным чувством. Он способен любого околдовать своим взглядом и даже просто прикосновением. Эда просит своего возлюбленного загадать желание. Пусть он пожелает то, чего у него нет, но что он хотел бы сильно получить. Девятая серия выйдет 9 сентября на канале Fox TV с переводом после 10 сентября. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.